выпуск новостей на телеканале Уркин Медиа. Здравствуйте! В студии Жансая Мусина. Вначале о главных темах недели. На обсуждении депутаты города пытались выяснить, кто виноват в аварии на магистрали холодной воды. Это недопустимо, что это халатность и безответственность, которая вот привела вот со стороны КГП Балхаш-СУ. Трасса с препятствиями. Какие неудобства испытывают местные водители из-за лежачих полицейских? Проезжал мимо туркомплекса и зацепил душаком. Ночной огонь. На улице Ленина произошел пожар. Людей пришлось спасать через окна. Начала кричать: «Горим, горим, горим!» Последствия засухи. Кто виноват в том, что город на 4 дня остался без холодной воды? Такой вопрос обсудили депутаты городского маслихата на внеочередном заседании фракции. На нем присутствовали первые лица и руководители коммунальных служб. Не только к последним предъявили претензии. Депутаты посчитали, что в произошедшем виноваты и представители ЖКХ. Народные избранники пообещали, что найдут ответственных и накажут. Аким города Александр Аглиулин лично следил за положением. Градоначальник побывал на месте ЧП и ежедневно рассматривал отчеты о ведении работ. На заседании фракции глава города принес свои извинения жителям за создавшуюся ситуацию. О том, почему произошла авария и какое решение приняли народные избранники, мы поговорили с руководителем депутатской фракции городского маслихата Людмилой Тукбаевой. И принципиально очень рассмотрели этот вопрос. На заседании депутатской фракции присутствовал аким города, заместитель акима. Мы вот создали такой вот независимый и очень такой принципиальный разговор о том, что это недопустимо, что это халатность и безответственность, которая вот привела вот со стороны КГП Балхаш-СУ вот к этой аварии. Она могла и не быть, если бы вовремя проведены были профилактические работы, если бы вовремя акценты не расставлялись по поводу вот работы вот существующейся на главной насосной станции вот трансформаторов. В решении заседания депутатской фракции мы порекомендовали акиму города, чтобы он провел независимое расследование, то есть эксперты независимые должны проводить вот это расследование и все-таки найти причину, в чем дело, почему это произошло. Потому что мы дальше будем тоже жить, таких фактов не должно повторяться. Вот. И, естественно, мы порекомендовали фракции, чтобы с его стороны была дана полная, хорошая, конкретная оценка вот руководству Балхаш-СУ. Потому что они должны ответить, те, кто, в общем-то, виновен в этом, и понести на это серьезные наказания. Это уже будет решать аким. Они обязаны качественно обеспечивать город водой и выполнять правила технического обслуживания электроустановок, которые у них на их объектах предприятия есть. Двойной тариф. На следующей неделе подорожают акцизы на бензин. Постановление уже принято в правительстве и вступает в силу 25 ноября. Согласно документу, ставка косвенного налога для оптовой реализации бензина и дизельного топлива производителями подорожала от 4,5 до 10,5 тысяч тенге. При розничной торговле и использовании для нужд компании данных видов акцизного товара ставка равняется 11 тысячам. А если продавать этот продукт в другие компании как сырье для переработки, то придется заплатить 10,5 тысяч тенге. Все цены выросли почти вдвое. По словам экспертов, рост акцизов не должен повлиять на стоимость горючего. Но так как в Казахстане не всегда работают законы экономики, вполне возможно, что ценники будут подниматься постепенно. А вот если бензин и дизельное топливо разом подорожают на 20%, то это уже спекуляция оптовиков, сообщают специалисты. Напоминаем, что с сентября этого года Казахстан не регулирует цены на бензин. Обратный отсчет. Полтора месяца осталось у автовладельцев, чтобы рассчитаться с налогами за транспорт. Уже с декабря не оплатившие превратятся в должников. Оказаться в черном списке рискуют 1280 человек. Именно столько еще не оплатили по счетам. В сумме их задолженность составляет около 11 миллионов тенге. 90% денег, которые должны были поступить в казну города, уже собраны. Это больше 100 миллионов тенге. Добавим, в Балхаше на сегодняшний день около 13 тысяч автовладельцев, транспорт которых подлежит налогообложению.
несвоевременная и неполная уплата налогов взыскивается с начислением пени. Также при неуплате сумм налогов к лицам, допустившим нарушение, будет применено административное взыскание в виде штрафа в размере 8 месячных расчетных показателей. На смену эти же автовладельцы сейчас под пристальным вниманием городских полицейских. Люди в форме проверяют шины машин. В начале этого года в стране ввели правило о том, что с похолоданием все водители обязаны переобуться. Только за один час рейда правоохранителям попались 4 нарушителя. Кто-то не успел установить зимнюю резину, кого-то погода застала врасплох. Но никакие отговорки полицейские не приняли и выписали каждому штраф почти в 10 тысяч тенге. Такая же участь ждет и остальных забывчивых автовладельцев. Мы предупреждаем всех водителей, что нужно сменить летние шины на зимние, желательно на шипованные или на липучки. За нарушение полагается штраф 5 МРП. Также советуем перед дальней поездкой следить за погодой и по возможности не выезжать в метель и гололед. Автомобильные барьеры. На балхашских дорогах появились непреодолимые преграды. Искусственные неровности, которые установили недавно на отремонтированных улицах и дворах, уже не взлюбили местные водители. Один из них даже повредил себе авто. Кто виноват, лихачи за рулем или нерадивые застройщики? Разбиралась Виктория Буханцева. Лушак я этот привязал, вон, видите, его до сих пор вот на веревке. Оторванный глушитель и поврежденный подшипник. Такие сувениры на память остались у Александра после поездки по улице Караминдиби. Возле физкультурного комплекса недавно появились лежачие полицейские. Водитель утверждает, что переехать их без повреждений практически невозможно. Даже при допустимой на участке скорости 40 км в час. Проезжал мимо туркомплекса и зацепил глушаком. За того, что он высокий, за того, что нету предупреждающих знаков, ограничения скорости 40 км в час, но здесь в ночное время, хоть и освещенный это участок дороги, но его невозможно заметить. А вот другие автовладельцы разошлись во мнениях. Неудобно, конечно, неправильно. По госстандарту сделано. Неудобно, да, мешает? Неудобно, конечно, мешает это. Ну, полицейский раз положено, наверное, это самое. Ну, для безопасности пешехода. А вот для движения не мешает? Ну, то есть, там вот жалуются, что... Ну, кто как ездит, например. По ГОСТу искусственная неровность на дороге должна быть шириной от метра до 3,5 и высотой около 6 сантиметров. При этом угол наезда должен составлять от 15 до 45 градусов в зависимости от сложности участка. Специалисты ЖКХ и ОВД утверждают, что все нормы соблюдены, а все неудобства временные. Путем нагрузок данная неровность она уплотнилась, свои контуры приняла. Теперь мы еще раз замерим, необходимо контуры срежем, чтобы более было удобно для автотранспорта. Но она всем нормам соответствует. В момент ее установки мы уже заказали дорожный знак о том, что здесь стоит неровность. На днях мы ее установим. Правила есть правила, но у местных водителей есть целый список нелюбимых мест, которые они стараются объезжать. Некомфортный лежачий полицейский есть и на дорогах, и во дворах. Но не стоит забывать, что все они нужны для безопасности пешеходов. А за сохранность авто никто, кроме владельцев, ответственности не несет. Виктория Буханцева, Асхат Токбаев, Уркин Медиа. Жаркая ночь. На улице Ленина в доме номер 90 произошел пожар. Спасатели подоспели вовремя и всех эвакуировали из горячей зоны. Некоторых пострадавших и пожилых людей пришлось вытаскивать через окно. Подробности далее. В одноподъездном доме живут 8 семей. Их тишину в час ночи нарушил крик женщины. Жительница первого этажа почувствовала запах дыма, а когда уже вышла в подъезд, увидела, что горит лестница. Бдительная бабушка двух внуков сразу забила тревогу, будила соседей, начала тушить огонь. Начала кричать: «Горим, горим, горим!» Ведро воды вынесла. Ну, а что там маленькое ведро, я же пожар не потушу. Детей одела на улицу, вывела, и тут соседи выбежали на улицу. Остались вот третья квартира, мы через окошко постучали, и они тоже ведро воды вылили, на улицу выбежали. Караулила, боялась где-то. Это же деревянный дом, как спичечная коробка, она может сразу же сгореть.
Тех, кто не успел выбежать из дома, спасали пожарные. 6 человек они провели через дверь, среди них были 2 детей. Жители 2-го этажа выбраться на улицу не успели, поэтому 7-рых пришлось вызволять через окна. Двойную порцию экстрима ощутила 67-летняя пенсионерка Любовь Нестерова. Я выскочить не могла. Я только вот пожарники залили, я тогда задыхалась дома. Я со 2-го этажа, я не могла выйти, потому что я только дверь открываю, огонь прям вот такой вот. Я не могла. Да еще собачку тоже, пока это, хватаю ее, она убегает. Пожарники вывели из дома, потому что я бы все равно, я уже наглоталась этого, они мне говорят, скорую вызвать. Я говорю, не надо, что уже на свежем воздухе. Почему случился пожар в деревянном доме, теперь выясняет полиция. В 2-этажке живут около 30 человек, в основном пенсионеры. Благо, никто не пострадал. Жансая Мусина, Асхат Токбаев, Уркин Медиа. Праздник таланта. В БЛХШ стартовал 11-й ежегодный фестиваль молодежи «Шаббат». Студенты всех колледжей 2 дня будут соревноваться в творческом мастерстве. Но сначала вручили уже заслуженные награды. Премию Уркена Текима города получили 10 балхашских активистов по номинациям. Молодым рабочим года стал Шалкар Шакиров. Талгата Ракишева признали молодым государственным служащим года. В категории «Молодой специалист» выиграл Максат Искаков. Премии в номинациях «Патриот года» и «Молодой талант» присудили Аслу Искакову и Азамату Бакирову. Студентом года стала Алина Гагарина. Приз как «Молодой автор» достался нашей коллеге, журналисту Уркен Медиа Толкан Батталовой. Абылай Амангельде и Елдоса Булат признали учеником года и лидером года. Я рад, что удостоился такой чести, премии Акима города, патриот года. Я думаю, это плоды моей деятельности, и надеюсь и верю в себя, что буду продолжать свою деятельность в дальнейшем с таким же патриотизмом, как на сегодняшний день. После на сцену вышли и те, кому за награду предстоит еще побороться. 7 колледжей города представили свои команды. Пока прошел только первый тур конкурса. Сначала сборные показали эстрадные номера. Музыкальные визитки сменили юмористические зарисовки. Концерт продолжили КВНом. Во 2-й части фестиваля дебатный турнир в честь 550-летия Казахского ханства и защита инновационных проектов «Экспо-2017» глазами молодежи. Результаты и имена победителей объявят в выходные. Смена духовенства. В городскую мечеть назначили нового главного имама. Теперь во главе Дома религии стоит Ербол Тольтаев. Он уже вступил в должность. Ербол Тольтаев родился в 1976 году 21 февраля. Уроженец Шетского района, 2 года учился в медресе города Мирке Жамбылской области. После окончания 9 лет работал главным имамом Нуринского района Карагандинской области. 2 года проходил стажировку в Пакистане. С 2005 по 2008 год служил наиб имамом в первой мечети города Караганды. До сегодняшних дней был главным священнослужителем в Темиртау. На церемонии его назначения приехал глава духовенства области Умирзак Беккожа. К слову, прежнего руководителя мечети Балхаша Аслыхана Тусупбекова повысили в должности. Он возглавит дом мусульман в городе Абай. Аслыхан Тусупбеков очень образованный человек. Мы его отправим на работу в город Абай, Карагандинской области. Здесь он трудился хорошо, показал высокие результаты. Уже нашли нового руководителя для Балхаша. Ербол Тольтаев – достойная замена. Раньше срока. Ежегодно в Балхаше рождается около 130 недоношенных мальчиков и девочек. А в мире каждый 10-й малыш появляется преждевременно. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, 17 ноября отмечают Международный день недоношенных детей. О том, как спасти и выходить кроху весом меньше килограмма, узнавала Виктория Буханцева. Этому 2-килограммовому крохе всего 5 дней. Его привезли из Приозерска с симптомами внутриутробной инфекции. А этот мальчик лежит в кувезе уже 2 недели. Он родился весом чуть больше 900 граммов и был в тяжелом состоянии. Сейчас все они стабильны благодаря особенному уходу. Если мы знаем, недоношенный ребенок родится, то заранее готовим родзал. Температура родзала должна быть 27 градусов. Готовим кювез транспортный. Температуру вставляем 34, по гестации. Но если дети крайне тяжелые, то идет внутривенное вливание. По состоянию ребенка на первые сутки можем не кормить, а потом уже начинаем кормить, то зондовое кормление.
София и Даша – близнецы. Они появились на свет всего 2 дня назад. Девочки весят около 2,5 килограммов. Но из-за того, что родились на 8-м месяце, считаются недоношенными. Их мама Ирина узнала о двойном сюрпризе на первых месяцах беременности. Скоро малышек выпишут домой, где их уже ждут 2 брата. Это была неожиданно приятная новость, конечно. Неожиданная. И в первую очередь, как бы сначала испугалась, что как... А потом ты все настроилась, привыкла. Ведут себя нормально, как обычные детки. Сейчас вот только что-то раскапризничалась. Недельку нам, да, наверное, не хватило. 36 недель обычно. Уже считается домашним. В этом году это уже 16-я двойня. Вместе с ними под особым уходом еще 4 недоношенных ребенка. Если новорожденный не может дышать сам, за него это сделает централизованная кислородная система, которая появилась в прошлом году. Но даже самое современное оборудование не всесильно. Во всем мире считается, что причина преждевременных родов неизвестна. Но по моему опыту я знаю, что в 80% это инфекционный процесс в организме мамы. Но в 80-е годы процент недоношенных детей равнялся 8%. Сейчас это где-то 4-4,5. Каждый год у нас рождается 100-130 новорожденных детей. Как правило, они все в тяжелом состоянии. Предотвратить эти проблемы можно только одним методом – грамотно планировать семью. Виктория Буханцева, Думан Колыбаев, Оркин Медиа. Женские вопросы. Карагандинские акушер-гинекологи дают бесплатные консультации своим пациенткам по телефону. Обратиться за информацией могут все жительницы нашей области. На номер 8-72-12-46-21-01 можно звонить в дневное время анонимно. Звонок бесплатный. Оплату возьмут только за междугородние соединения по тарифу компании «Казахтелеком». Если звонить с сотового, оплата будет согласно расценкам оператора. На другом конце провода квалифицированные женские врачи. Они готовы выслушать истории своих абоненток и ответить на все их деликатные вопросы. Такие как, может ли женщина выбирать между кесаревым сечением и естественными родами? Почему беременным не выдают бесплатные медицинские препараты? Положено ли дополнительное пособие будущим мамам? Кроме того, при необходимости специалисты окажут и психологическую, и медицинскую помощь. Если человек попал в трудную жизненную ситуацию, то в каждом медицинском учреждении у нас есть психологи на этот счет. В принципе, они могут переключить этот телефон на психолога или на... И психолог может проконсультировать уже непосредственно этого человека. И определить, если, как правило, если, например, обращается, то можно будет потом уже определить дальше эту женщину в кризисный центр и так далее. Полностью дается информация, в том числе по вопросам женского здоровья, и в том числе оказывается непосредственно помощь. Если необходимо какое-то оказание медицинской помощи, консультации и так далее, то уже сразу же говорится, что вы можете обратиться в такое-то учреждение, какие-то часы приема вас примет такой-то доктор. На всех языках. На этой неделе отмечают Всемирный день приветствий. Ведь это самые первые слова, с которых мы начинаем знакомство с людьми и местами. 42 года назад этот праздник придумали 2 брата-американца в знак протеста международных конфликтов. А сейчас день приветствий – символ важности личного общения для сохранения мира. На каких языках умеют здороваться балхашцы? В рубрике «Глаз народа». Намасте, привет. Бонжорно. Хеллоу. Здоровеньки були. Хай. Чао. Ула. Салем. Хай. На русском здравствуйте. Бонжур. Бонжуа. Вот так. Намасте. Ассалам алейкум. Шалом. На русском здравствуйте. Салам алейкум. Салам алейкум. Алоха. Гутен так. Хелло. Хелло. Салам алейкум. Мархабат. Хеллоу, хеллоу. Гутен так, да, на немецком. Бонжур. Ассаламу алейкум. Здравствуйте, потом. Салямет себе. Гутен так. Ола. Алоха. Хелло. Камаджоба. На английском хелло. Коничуа. Гутен так. Намасте. Бонжорно. Камарджо. Далее в программе вы узнаете о мероприятиях, которые подготовили для вас местные организаторы. Куда сходить на выходных и где провести время. Интересно, расскажет Асхат Токбаев. Битва мнений. 21 ноября в рамках ежегодного молодежного фестиваля «Шабыт»
В Балхарском колледже актуального образования пройдет дебатный турнир среди лидеров колледжей. Фавориты расскажут и докажут подвиги казахских батыров членам судейства. Болельщиков и участников ждут в 9:00. А вот самые лучшие выдумщики колледжей предстанут перед техническими судьями. В рамках того же конкурса «Шабыт» 21 ноября во Дворце культуры пройдет выставка инновационных идей. На проекты и разработки авторов технологий будущего можно посмотреть в 14:00. Вход бесплатный. Как дела? Автор самых популярных песен о любви Айкын Толеперген приезжает в Балхаш. Не один, а вместе с коллегами. Какими? Узнайте 25 ноября в 6 вечера. Стоимость билета от 2000 тенге. В исполнении музыканта треки «Как дела», «Асылым» и многое другое. В масштабе. В преддверии Дня президента все балхашцы примут участие в патриотическом форуме. Певцы споют лучшие песни, танцоры выполнят самые красивые па. Кулинары нарядят столы эксклюзивными шедеврами. И это не весь список событий. Подробнее узнайте 27 ноября в 15:00 во Дворце культуры. К сетке. Тем временем школьные спортсмены продолжают соревнования по волейболу. Сильная половина учащихся будут встречаться ежедневно. В будни до 1 декабря в 15:00. В день первого президента станет известно, какая сборная поедет на область. Болельщиков приветствуют. Асхат Токбаев, Виктория Буханцева, Уркен Медиа. В эти выходные воздержитесь от дальних поездок. Об этом предупреждают синоптики области. В регионе возможны стихийные и опасные явления погоды. Сейчас Балхаш находится под влиянием южного циклона. В ближайшие дни в городе ожидают дожди, мороз, мокрый снег и гололед. Специалисты прогнозируют температуру в минус 3-5 градусов ночью. Днем ожидается потепление до 0,2 градусов тепла. Такая погода с внезапными сюрпризами сохранится до начала следующей недели. Возможен туман, поэтому следите за погодой, будьте бдительны и одевайтесь теплее. С 22 по 25 ноября мы ожидаем, что на территории области установится антициклон, поэтому осадки прекратятся, местами будут наблюдаться туманы и понижение температуры. Ночью до 10-12 градусов мороза, днем до 4-6 градусов мороза. И в завершение обзор событий в стране и за ее пределами. Из дайджеста вы узнаете официальную версию крушения российского самолета в Египте. Также мы расскажем, к какому важному событию готовится Казахстан в преддверии Нового года. Следующая цель. Боевики террористической группы «Исламское государство» угрожают Белому дому. В видеообращении они заявили, Франция стала первой, Вашингтон будет следующим. Напомним, в результате многочисленных терактов в Париже погибли больше 100 человек. По этой же причине разбился самолет, который вылетел из Египта в Санкт-Петербург. Больше чем с 200 пассажиров. Об этом сообщили сотрудники ФСБ. За информацию о причастных к крушению власти обещают вознаграждение в 50 миллионов долларов. С трибун. До конца года президент страны Нурсултан Назарбаев обратится к народу с посланием. Оно будет основано на 3-летнем проекте бюджета, в котором заложили курс в 300 тенге за доллар. Эту стоимость руководители посчитали адекватной. Вместе с тем в правительстве обсуждается вопрос о переходе на годичный бюджет. Но министр национальной экономики Ербулат Досаев заверил, что даже несмотря на нынешнюю ситуацию в стране, в таких реформах нет никакой необходимости. Чемпионы на чужбине. Информационный портал nur.kz представил список этнических казахов-победителей международных соревнований, которые по воле судьбы представляют чужие страны. Причем большинство из них – борцы греко-римского стиля. В этом числе двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Ельмурат Тасмурадов, который выступает за Узбекистан. Ербол Калабаев входит в состав сборной Белоруссии. Такой же спортсмен Марат Гарипов представляет Бразилию. В регистре еще десяток чемпионов. Некоторые из них выступят на Олимпиаде в 2016 году. Лечение в пилюлях. Американские ученые придумали инсулин в таблетках. Специальная капсула содержит нанопластыри с гормоном, которые, попадая в кишечник, прикрепляются к его стенкам. Через них инсулин всасывается в кровь. Позволяет сохранить полезное содержимое от кислот желудочного сока особая оболочка. Этим таблеткам еще предстоит пройти ряд клинических испытаний на животных и людях. Такой запомнилась уходящая неделя. Журналистам Уркен Медиа не забывайте звонить к нам с важными темами. Телефон редакции 5 65 74. Мы в эфире ежедневно в будни в 20:15. До свидания.